Привет, исследователи Библии! Сегодня мы с Крисом и Джой присматривали за малышом по имени Чарли. Мы взяли его на детскую площадку и весело провели время. Но когда пришло время уходить, Чарли плакал и не хотел оставлять любимые качели. Мог ли он знать, что мы идем с его родителями есть сладкую вату в Cotton Candy Carnival Castle? Если бы он знал, куда мы собираемся и что его там ожидает, я уверен, он покинул бы детскую площадку гораздо раньше. Прямо как в сегодняшнем суперстихе. От Иоанна 14:2 говорит: «В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». В этом стихе Иисус пытается утешить своих учеников, которые беспокоились о многих вещах. Иисус говорит, что их ожидает нечто большее, и нас тоже, чем весь наш мир. Мы проведем вечность с Богом в месте, называемом небеса. Это намного лучше, чем все, что мы можем получить на земле. Мы даже не будем скучать по нашим вещам, которые были, и места хватит для каждого. Если бы Чарли знал, что мы идем в замок на карнавал сладкой ваты, он бы так не расстроился, покидая парк. Его ждали более интересные вещи. Этот стих уверяет, что Иисус тоже приготовил для нас более интересные вещи. Он готовит место для нас на небесах и даже сейчас пребывает с нами. Можете себе представить, какие горки и качели будут на небесах? Интересно, будет ли у меня большая горка дома? Хотите знать, что Бог приготовил для нас? Скачивайте бесплатное библейское приложение «Суперкнига» и читайте потрясающие истории. Там есть веселые игры и бесплатные серии «Суперкниги». Увидимся!